Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, с вами Аракис, и сегодня мы будем вызывать свитки одному из моих подписчиков. Зовут его Зора. Александр, привет. Всем привет. Вот, и начнем мы так, с покупки паков, конечно же. Заходим в магазин. Не туда, не туда. Да, уж две недели копил. Вот. Столько горя познал. Так, покупаем паки. Сейчас будем вызывать ему, наверное, какого-то там Зайроса, там Праху. Что ты еще хотел там? Кстати, да, чего? Я больше Часун и Хлою сейчас хочу. А, Часунку и Хлою, ну... Их вообще жестко не хватает. Там, кстати, по-моему, за камни будет Часун... будет Хва и Хлоя, по-моему, сразу вместе. Думаю, тот пак все захотят. Угу. Так, и... Ну, Хву мне не надо, она у меня и так уже есть. Пипец, блин, даже у него есть Хва. Ой, тут за 10 месяцев не выпала эта сучка. Да, ты, ну, наверное... Да не удивишься, когда у меня Вердихайль будет. Уже есть, точнее. Да, которого я тоже очень долго ждал. Так, пельмени заберешь потом позже. Конечно. Деньги я все забрал, по-моему. Вроде бы. Нет, монетку оставил. Где? Монетка, копеечку, да? Тоже энергии накопилось. Так, ладно, в принципе, начнем. На какой канал перейдем, кстати? Да, ну наш любимый. А, ну, сказочный, всеми там любимый, никогда на котором срачи не бывает. Ни политики, ни обсуждений, ни педиков, ничего остального. Ну да. Так. Ну, только в основном суммонеры. А, отлично. Самый лучший. Элита. Элита всего сервера. Так, начинаем с таинственных, я так понимаю. Конечно. Как, ну, обычно. Понеслась. Пожелаем нам удачки. Значит, хочешь Хлою, да, у тебя заказ на сегодня висит. И Часунку. И Часун. Да. Ну, сейчас сделаем, не знаю, на свет. У тебя счастливая рука, все вытащишь. Надеюсь, чтоб меня никто не проклинал. О, Часунка, Хлоя. Кто на выбор сегодня? О, нет, не Часунка, блядь. Ну, в принципе, не знаю, будешь ты ее качать или нет. Единственный вариант, который я из них рассматриваю, это либо огонь, либо тьма. Тьма, в принципе, топ. Про тьму никто плохого слова не скажет. А все остальные, они такие, рандомный персонаж, поэтому смотри сам. Ну, если что, кормом уйдет. Да, качественный корм уже есть. Ну, уже неплохо началось. Да. Страж эльфов, не знаю, будешь ли ты кого-то из них качать. Это корм сплошнейший. Да. Мне они не нужны. Я огненного прокачал для некроманта сугубо. Также и мамонты. Не знаю, ну, нужен. Водяной ли. Мамонт можно еще использовать. И тьму тоже. Да. Но тьма больше для башни, хотя его везде таскают, я вижу. Элементалька. Ну же, звездочки? Нет, не звездочки. Сейчас пойдут. Сейчас попрет, да? Так, как Новый год отгулял? Да, нормально. Две бутылки шампанского и хватит. Капельницу, да, в одну вену, во вторую. Ага. И понеслась. Так, чем занимаешься вообще по жизни? Рассказывай нашим зрителям. Работаю, учусь на заочке. Угу. Работаю охранником. О, корм для Рэнди. Да, хороший корм для Рэнди. Сам же Рэнди. Да, сам же Рэндик. Амазонки отстойные. Ну не, почему? Я своей этой, как же, Света могу скормить все. А, ну Света, да, Свет и Тьма как бы не обсуждаются. Так. За темную ничего не знаю, но Световая меня спасает на воде. Угу. Так, огонь. Так, вы себе. Ну, уже те звезды, ребят, что-то там одна звездочка и... Вау, медведь воды. Я их уже 100 лет, мне 100 лет уже не выпадали. Вообще. С самого начала игры. Еще один мамонт. Ну уже. Где звездочки? Че, на Новый год и проблемы какие-то? Шанс понизили. Только для китайцев подняли. Так, ну уже. Ёпте. Да сейчас попаду. Мамонт хочет, чтобы я его прокачал. О, Часунка, давай. Нет, не час. О, ну я скажу так. Есть у тебя Орион? У меня все три есть теперь. А, теперь есть. То есть у тебя не было его, да? У меня... Огненный, ветреный был, и теперь Орион есть. На арене ты его видел, да? Это тварина. Да. Я его ненавижу. А я его очень хочу, да, потому что я его ненавижу. Также вот у кого нет Часунки, те ее ненавидят. Те ее проклинают, говорят, что она дно, там корм и так далее. У кого она есть, естественно, рада ей. Также и насчет Ориона. Тоже хочу Ориона, блин. Классный. О, еще один кормец.
Мне бы, конечно, эльфы не помешали сейчас. Прокачиваю скиллы ему. Бычара, корова. Я помню, когда я собирал на Веромоса, мне никак не мог упасть Минотавр Ветра. Проклинать все охота было. Это да. О, что-то эльфы и Минотавры сегодня ликуют. Что-то мне они предлагают прокачать себе. Ага. О, снова Рейн-декорм. Да. Я его как раз сегодня перевел на 5 звезд. Циркулирует энергию ЦИ, господи, короче, говно. Так, дальше. Ну же, звездочки, давайте. Владыки сия Комтуаса, придите к нам. Давайте нам праху там. Место так и быть, часунки, я думаю, тоже закатят. Да я бы не отказался и от Архангела. Минотавр, ты говорил? Да. От Архангела бы огня бы вообще бы не отказался. Велик, да, велик хорош. Вызывает силу моря после... Господи. Ну, самая моя желаемая первородка, это этот, как же, Пионер Тьмы. О, хо-хо-хо. Вуса, по-моему, да, его? Или Вун... Я их путаю. Водяного Вуса зовут, то ли Вунса. У них там одна буква разницы. Так, едем дальше. Ну же. Он меня так калил на этом, как же, как его? А на харде или на как? На нормале. Третий скилл, конечно, у него божественный. Юзнул, и все, можно начинать заново. Причем, что на харде, что на нормале, он очень больно бьет. Это же... Надеюсь, на следующей неделе его не будет. Ой, не на следующей башне. В нормале. Возможно. Так, а ну-ка, давайте разочек газетку вызовем. Ну, солдат тоже неплохо. Блин, я одно место тебе испортил. Придется удалять кого-то, убирать. Ну, ну уже, звездочки. Ну, на последнем-то точно звезды пойдут. Так. Давай-ка. Алло. Что-то не получается мне нашаманить. На. Акулы. Акулы, ужас какой. Так, ну что, переходим. Тьма, свет? Да. О, у тебя тоже дали, да, 3 частицы по этому? По мне дали 8 частиц. В смысле 8? Ну, один раз 2 и 2 раза по 3. А, даже так дают? Я думал, постоянно да. По 3. Мне дали 3 и думаю, куда их теперь девать? Реально, чтобы нормально вышло? То есть нужно либо 10 собрать как-то, либо 15, либо 20, а потом уже часть эти докупать. Ну, тупо сделали. Не могли бы уже сделать да. По 5 частей? Сразу. Евреи, блин. Китайские. О. Ну, здесь хотя бы. Брон. Нужен? Есть. Нет? Есть, да? Понятно. Ну, тоже не лучший вариант. Это как белку достать. Ой, хоть бы эшир выпал. О, да, 2 места нужно делать. Сейчас мы по-быстренькому освободим место ему. Эшира у тебя тоже нету, да? Ну, в смысле, у меня есть, но тебе нужен. Купи сразу же место. О, место покупать. Хорошо. Строна деньги. Мана имеется. Так, я тебе скину пару штук. Лаги. Так, продолжим. Ну, надеемся сейчас. Кого-то там Вудсу хотел, да? Да. Что? И это... Ну и самый... Так, по мне, самый лучший самурай — это Тьмы. Тоже закатит. Да. Ну уже? И ни разу еще звезды не подали с этих битков. Блин. О, акула светлая. Чудесно. Просто сказка. Чувак, извиняюсь. Что-то сегодня день, да, так скажем. Ну же, ну хоть на Легу будем надеяться. Моя, здесь... моя первая Лего вообще всю игру. О, ну. Давай. О, звездочки. Так неожиданно. Ну же. Твои. Нет. Блин. Хотя бы водяной или огненный у тебя есть? Водяная у меня есть. Есть, да? То есть огненный хотя бы на лича бы закатил бы очень хорошо. Ну и водяной. Ну то обратно хоть Орион. Да, вот Орион, я бы сейчас, наверное, за него бы тебе кого-то бы и отдал бы. Хлою я уже там выбивал, вторую. Ну, в принципе, такой себе. Не лучший представитель, честно, этот светильник из всех. То есть вода, огонь более-менее, а вот ветер такой, танк. Такой, напоминает немножко этого лича свет, ветра. Тоже включает этот щит на себя, бла-бла-бла. Короче, на самом деле, говно. Ну, вот такой корм будет для воды, либо для огня. Смотря, кого будешь прокачивать. Так. У меня вода прокачана немного уже. Камни мы не будем трогать, так как призыв не стоящий.
и вообще. Вот такой вот у нас получился вызов. Немножко, ну, вы видите, рандом не всегда спасает. Надеюсь, меня человек не побьет за это. Так, в принципе, ну... Я сразу же добавлю. Да, хотел сказать, что в этом видео и объявлю. Набираю я еще двоих людей. Вот, Александр Зора тоже будет в этой компании, назовем так, бравых хлопцев. Хочу сделать... Хотел бы, так скажем, с этими людьми сделать группу ВКонтакте, в которой эта группа будет посвящена сугубо игре, вопросам по игре и всему остальному, то есть не какой-то там рекламе, то есть там вы не увидите всякой порнографии и всего остального, мы там не будем деньги на этом зарабатывать и так далее. То есть нужен модератор группы, который ее же создаст и будет следить за ней, будет там добавлять новости всякие по игре, там гайды разнообразные, также отчасти, если будет этот человек понимать в игре, тоже так же хорошо, как и мы, и отвечать на вопросы. Плюс нужно еще два человека, которые будут параллельно со мной отвечать на вопросы новичкам и не только. То есть, потому что, вы знаете, меня просто не хватает уже на всех и на все. В день пишут по 20-30 человек, я не успеваю все это делать. Поэтому считаю, группа будет идеальным вариантом для этого. И на стене будут обсуждаться все вопросы. Человек зашел, задал какой-то вопрос, на кого одеть-то то-то, то-то, либо кого качать нет. Там третий человек зашел, прочитал это, о, ему уже не нужно задавать этот же вопрос. Поэтому, считаю, будет неплохой идеей. Кто за, поддержите. Кто захочет вступить в нашу великую пати, пишите мне ВКонтакте. Большие пальцы вверх. Да-да-да. Так что ставим, да, пальцы вверх к этому видео. Кстати, да, передавай приветы кому. Всем привет. Вот. Гильдии будешь передавать? Кто у тебя там... Как у тебя гильдия называется? Просмотрел. Фактор Фер. Фактор Фер. Сливная неделька. Фактор Страха. Так, кого может, ну, я кого-то сливная, знаю. Но зато можем жить здесь. Всей гильдии полностью привет. Чтобы у них удачная игра была. И много хороших мобов. Так. Пару человек, по-моему, встречал в чате. Ого, у вас тут такое даже есть. Несси в скайпе у вас есть, да? И ВКонтакте. Нет? Она неразговорчивая. А, ну, значит, это... Ну, ладно, не буду наговаривать, но, возможно, это школьник. Ну, возможно. Возможно. Так, ну, ладно, в принципе, это и все на сегодняшний день. Опачки, нет. Мы посмотрим сундук. Вы знаете, я люблю это... Мать господня. Не попадаю я по кнопкам. Как недавно был Новый год. Ну, где часунка? Блин, опять часунки нет в магазине. Ну, прости. Ладно, будем прощаться. Всем спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи, хороших вам вызовов. И, в принципе, орионы тоже рулят. Поэтому всем пока. И с Новым годом! Да, и с Новым годом. Всем счастья.